пока не жарко, решил покосить травку. И кругом птички поют. Ветерочек свежий, солнышко светит. И казалось бы, все хорошо и радостно. Вот, но в голове мысли немножко печальные. Смотрю на то, что творится в Америке, и очень сочувствую афроамериканцам, потому что действительно их пособие по безработице и их уровень жизни практически в 2-3 раза хуже, чем средний уровень по Америке в стране. В некоторых штатах совсем низкий уровень, в том числе пособие по безработице, ну, чуть больше $1000 в месяц. Нет, в некоторых штатах там больше $2000, а вот в некоторых слабенькое пособие. И при этом сопоставляю с тем, что у нас происходит. А у нас вчера Росстат показал рейтинг или результаты за первый квартал. Нет, за первые 3 месяца по стране. И Ивановская область оказалась лидером по самым низким доходам населения. Если следующий за ней — это Дагестан, там 27,2 тысячи рублей средняя зарплата населения, то в Ивановской области только 27. И мы стали лидерами. И мне становится немножечко странным, за что же там целуют ноги афроамериканцам, когда их пособие по безработице почти в 4 раза больше, чем у нас средняя зарплата в области. Вот. При этом я скажу так. Вот я, получается, живу в самой нищей области России, в самом нищем районе России, потому что данные такие по области, и в месте, в котором самая большая смертность на душу населения. Поздравьте меня, мы живем на дне. То есть я живу на самом, как говорится, днище. Ниже и хуже в области ничего по доходам нет. В области, в России ничего по доходам нет. И у меня очень печальные на этот счет мысли. Как так получилось-то? Мы живем в центре России. Мы живем с соседями, с Москвой. У нас все время объясняют, что огромные ресурсы, что у нас тут и промышленность всевозможная и возможная есть, и у нас много всего полезного. Но самое главное, я вам скажу так, у нас ведь одна из самых образованных областей, поскольку насыщенность высшими учебными заведениями по отношению к количеству населения в области практически самая высокая в стране. У нас и мединститут, и академии, и университет, и все остальное. И как так получилось? 20 лет я слышу, да где уж больше 20 лет, когда эта перестройка началась, о том, что мы вот-вот рванем, у нас вот-вот все станет хорошо, но что-то ничего не становится. Перед Менем губернаторы были красные, и их
я уж извиняюсь за выражение, прессовали за то, что они красные. Население тут при чем? Вот из-за того, что они там держались все этого Зюганова и всех этих, почему население-то пострадало? Почему его бросили на произвол судьбы? Пришел новый губернатор, весь из себя дельный и деловой. Единственное, что он сделал, это дачу кому-то неплохую. Все остальное, включая всякие технопарки и так далее, постепенно шло только к ухудшению экономической ситуации, к понижению всех этих доходов, заработной платы и все остальное. Вот. Поэтому вот такая сейчас ситуация. 27 тысяч на душу населения, и это учтенные деньги. Какое пособие по безработице, вы сами все знаете. Да у нас и нет никакой безработицы. У нас сохраняется средняя цифра по России, чтобы не быть там уж ниже всех и не быть выше всех. Ниже всех станешь, тебе не будут помогать в области. Выше всех станешь, тебя снимут с области по безработице. И безработица маленькая. Сколько там? 3-4-6%. Но в прошлом году прозвучала цифра. 120 тысяч населения нигде не числится работающими или получающим какие-то пособия. Когда у нас, говоришь, на вопрос, где бы найти работу, встань на учет по безработице, народ только выпучивает глаза. Какой, как встанешь, чего? Там быстро снимают, потому что есть способы, или просто не ставят. Вот, поэтому безработицы у нас нет. И они не входят, эти люди, вообще в учет каких-то доходов. Сколько они получают? Получают ли они хоть эти средние 27 тысяч? Никому не известно, и я вас уверяю, нет. Вся эта цифра сложилась опять из-за того, что у нас в области чиновников в три раза больше, чем в среднем по стране. Ну, по крайней мере, так было. Несколько лет, не знаю, сейчас сократили или нет. Но вообще чиновников стало больше, чем было даже в советское время. И только вот их зарплаты делают вот эти 27 тысяч. Я думаю, убери бюджетные здесь чиновничьи ставки, которые там и по 50 тысяч, и может быть больше, то средняя-то зарплата вообще упадет где-нибудь, ну, на 12-15 тысяч, не больше. Здесь это очень большая зарплата, когда получают, ну, не бюджетные, а просто население каким-то образом, и большинство проживает вообще разовыми какими-то подработками, работами и так далее. Молодежь просто убегает вот из этого днища. И я вас спрашиваю, где гетто? Где гетто? Кто нам, ивановцам, вот этим ивановцам, будет ботинки целовать и ноги омывать? Как мы оказались, что наше пособие по безработице, то есть наша средняя зарплата, ниже почти в три раза, чем пособие по безработице в Америке. А как жить? Зарплаты не дают возможности ничего купить, ничего развивать. Только так вот-вот кое-как прожить. Поэтому какой бизнес? Кто чего тут может? Если покупают что-то в области, то только не те, кто в области живет. Местное население медленно доживает, проживает свое хозяйство, которое у него было. И все. И все. Поэтому я не знаю, что может произойти, чтобы наша область в центре России вдруг действительно вспомнила о своих Иванах, вспомнила, что они грамотные,
трудолюбивые, терпеливые. Терпеливые. Я не знаю тогда, какой уровень должен быть этой зарплаты, чтобы у нас сотворилось то, что творится в Америке. Терпение наше, вот все, оно в него все упирается, а может быть, это и наша беда. Я не знаю. Вот действительно лучше терпеть и сидеть вот так, или как в Америке. Ждать, когда кто-то тебе ноги омоет. Вот такие немножечко грустные размышления на рассвете. И пока солнце не накалило голову, я представляю, что можно сказать, когда еще и солнечный удар по голове трахнет. Так что простите меня, все, кого обидел. Были надежды на то, что новый губернатор что-то сделает. Были надежды на то, что Дмитрий Анатольевич получил в области дачу. Прямо все думали, ох, получит дачу, здесь область поднимет. Он ни разу по области-то не проехал. Он вообще, по-моему, дальше забора дачи, ну, дальше Плёса никуда не выходил. Он что, не знал, что с областью творится? Как все средства туда, в этот Плёс были кинуты. А теперь уж что ждать? Я не знаю, что ждать. Афроамериканцев к нам сюда, наверное, нужно, чтобы они здесь навели порядок и научили руководителей править страной, областью. Область в стране, у нас все хорошо. У нас скоро поправки к Конституции будут новые, и все, заживем по-новому. Все, простите меня еще раз, те, кого затронул, мне надо косить, пока солнышко не разогрелось. Здоровья всем, радости. Аминь.